Всем привет! Сегодня приехал в лес на свои места поискать сморчковую шапочку. Так как на дворе весна, оп, вот есть, и шапочка уже должна пойти. Вижу, мое место меня не подвело. Она только начинается, еще очень маленькая, но уже есть. Через неделю будет как раз то, что надо, за ней приехать. Вот на этой полянке ее много. Сейчас буду срезать. В общем, друзья, смотрите видео, комментируйте видео, что-нибудь я вам покажу. Подписывайтесь на канал. Строчки только лезут. Чем меньше, тем они вкуснее. Забрел такие вот заросли. Много стоит сморчковых шапочек. Вот, друзья. Вот. Маленькая. Там вдалеке я вижу, еще там есть. Сейчас будем их срезать. Поехали. Два. Убил одну. Три. Четыре. Семейство растет. Их полно, сегодня поприседать придется. Какой красавец. И он сейчас будем срезать. Еду вот по такой лесной дороге, и на колее примостился строчок гигантский. Я его вчера в лесу искал, нигде его нету. Здесь вдоль дороги растет какая-то нора. Кто там интересно живет, не хочу узнать. Вот он. Красивые. Ну, как говорят, у дороги грибы собирать нельзя, пускай растут. Много раз спрашиваю у подписчиков, к
кто десцину кушал. И как она на вкус. Так никто и не написал в комментариях. Что она себя представляет. Лично я ее не пробовал. Пишите, друзья, пишите. Друзья, кто знает, что за грибочки? Черного цвета. Будет интересно узнать. Похоже на вешенку. Прошлогоднюю. Перезимовала. Вроде пахнет как вешенка. Да, скорее всего, вешенка с прошлого года. Оставалось. Так, я ненавижу таких наглых ребят, которые пьют чужую кровь. Пошел он. И еще один ползет. Какое-то место попалось с клещами. Надо уходить отсюда. Внимательно себя осматривайте. Потому что можно принести домой всякую гадость. Не пойму, друзья, почему эту горшковую шапочку сюда тянет в такие дебри кустарики, что хрен подлезешь. Фух. Да, не белый гриб собирать, а за каждым присесть и наклониться. Тренируйте ноги. Рыжий спрятался. Опа, красавчик какой, да? Ищем дальше. А кроме клещей, друзья, здесь полно еще диких коз или оленей. Все в оленьих какашках. Сейчас покажу, если найду. А пока вот такие вот свечки попались. Морчковая. А вот его слизняк кушает. Так, иди, хватит, мне осталось. Берем еще один рыжик, торчит. Нет, рядышком еще один кусок маленький. Так что, друзья, в этом году отчала на сморчковую шапочку и сморчок уже положено. Думаю, через неделю сморчка шапочки будет намного больше. А сейчас он только
начинает расти. А сегодня имею такой вот результат. Конечно, не густо, но не пусто. Я съездил на разведку, посмотрел. Теперь знаю, что смело можно будет ехать на следующей неделе за сморчком. Что так. Спасибо, друзья, за просмотры. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.